Вы были президентом, премьер-министром, опять президентом. Как долго вы хотите находиться у власти? И что бы вы хотели оставить после себя? Это первый вопрос. Как долго зависит от двух обстоятельств. Первое, безусловно, есть правила, предусмотренные Конституцией, и они точно не будут нарушены с моей стороны. Но я и не уверен, что я должен полностью воспользоваться этими конституционными правами. Это уже будет зависеть от конкретной ситуации в стране, в мире, ну и от моих собственных настроений. А какой бы вы хотели оставить после себя Россию? Россия должна быть эффективной, конкурентоспособной, с устойчивой экономикой, с развитой социальной и политической системой, гибкой к изменениям внутри страны и вокруг нее. И она должна играть главную роль в мире? Она должна быть конкурентоспособной, как я сказал, должна быть в состоянии защитить свои интересы и влиять на те процессы, которые представляют для нее значение. Многие говорят, что вы всемогущий человек, что вы можете получить все, что захотите. Так чего вы хотите? Скажите Америке и миру, чего хочет Владимир Путин? Я хочу, чтобы Россия была такой, какой я сейчас ее описал. Вот это самое главное мое желание. И чтобы люди здесь были счастливы. А наши партнеры во всем мире хотели и стремились бы развивать отношения с Россией.